Правда, для водителя так и осталось вопросом, откуда женщина появилась на дороге. Он почувствовал лишь сильный удар о свою машину и увидел уже лежащую на асфальте женщину. Я не видел ее. Темно откуда было. Она взялась, не знаю, как с неба свалилась. И ребята, гаишники вот стояли. Она бежала. Все произошло утром в самый час пик, когда на улице только светало. Скорость машины была небольшая, это и спасло пешехода. Подняли, посадили в это в гаишную машину, гаишники. Скорая приехала, они везли.